на урок. Тысячу дней до начала чемпионата мира по футболу волонтеры решили отметить таким вот флешмобом. Активные студенты Сочинского госуниверситета, таких добровольцев в УЗИ немало, с утра провели студенческий чемпионат по футболу, а после стали рисовать всем желающим триколоры и символичные цифры 20-18. После того, как праздничный боди-арт был практически у каждого студента, прошел урок футбола в рамках всероссийской акции. Ребята рассказали, сколько матчей пройдет в Сочи и как можно стать участником предстоящего мундиала. Так как Сочи в Краснодарском крае – это единственный город, который принимает чемпионат мира по футболу, соответственно, шансов у сочинцев стать волонтерами чемпионата мира самые высокие. Заявочная кампания по набору волонтеров на чемпионат мира примерно планируется начаться во втором квартале 2016 года. Вся необходимая информация будет в волонтерском центре. Заявки отсмотрят, а лучшие кандидаты пройдут специальное обучение и примут участие в тестовом турнире Кубки Конфедерации 2017 года.